Всем привет! Сегодня мы хотим вас познакомить с нашими котятами. Дай. Да, три девочки, один мальчик. Такие вот милашки у нас. Да. Барсик. Это будет Барсик у нас. Мы его себе оставляем. Да. Три девочки пойдут у нас в добрые руки. Да, милашки. Маша расстроена. Что ты расстроена? Добрые руки. Ну, мы не можем оставить себе всех. Да? Смотрите, какая вы этой мордаха. Вообще красивая. Ничего не откликается. Так, им сколько им? Они рождены 2 апреля. Да. Сегодня 22-й. 20 дней котятам. Такие красивенькие. Предположение на имя. Предположение? Какое предположение? Эту я хочу назвать «История». А это... Ну, это 2 имени есть, но я еще не решила. Какое же? Ну, есть такое прикольное имя. Микаса. Ох, у Маши фантазия бурная. И Ханджи. И который просто... Вот она всегда всех что-нибудь... подойдет, когда спят они, да, котята, и что-нибудь будет к ним докапываться. Куда ты, малышка? Ой, кстати, девочки шустрые, они уже давно выпадают с этого ящика. Так, кстати, это у нас родильное отделение. Да. Это у нас был комод, когда у нас была шиншилла, ну, мы ее дали в добрые руки. Машка всегда сожалеет. Ну, шиншилла, конечно, беспокойное такое животное ночное. Да. Какой мусик. Мы отдали его в добрые руки людям, которые хотели. Да. И вот эти вот, ну, как вот движные ящики были. Мы их себе оставили. Из того комода сделали домик для шиншиллы. Получился двухэтажный, классный. Может, в наших старых видео есть, наверное. Попадала на видео. Вот и мама. И теперь это у нас родильное отделение. Это уже какой год родильное отделение служит для наших кошек? 18-го года. С 18-го года? Или 19-го. Как появилось все родилось? Ну, не знаю, но достаточно долгое родильное отделение, да? 19-й год. Да. То обычные коробки были, это очень удобно. Да. Поменяли пеленочку, классно. Да, Муся. Муся у нас любит рожать, да? Кто у тебя тут избранник какой-то? Один и тот же, похоже, а? Не изменяет женщина. Но впервые она родила. Впервые родила, мальчика. Да. Мы сколько раз говорили, роди, пожалуйста. Да, мы ее просили родить черненького мальчика, наконец-таки. Папа больше но всего все равно, хотел. Ну да, все равно у него какие-то проблески беленького, но черненький. Ничего. И он будет наш. Да? А смотрите, какая милошная девочка. Кто из нашего города? Ну-ка, быстренько забирайте. Можно назвать тигра. Тигра. Красиво. Посмотрите, какая милошная мордашка. Ей больше подходит. Тигра, наверное. Красивая. Джессика и Байкал как бы нормально к ним относятся. Да. Джесси вообще любит их нянчить. Если вы видели из прошлых видео, из самых первых, наверное... Когда Джейски, не помню, сколько было, она нянчила котяток. Это вообще любит она. За ними следит постоянно. Да? Ну, котята у нас находятся в отдельной комнате. В спальне, в детской. Туда мы их пускаем Джейски... Ну, Джейски. Джейска и Байкала пускаем очень редко. Да. Чтобы у них не переполняли эмоции. Ой, смотрите, чего? Мушка же балдею я, да? Вот. Люблю, скажи, я поражать. Угу. Вот, 3 котят мы будем пристраивать в добрые руки. Что это такое? Красивенькая очень мусечка. Ай, ты такая. Так, это кто, кот или кошка? Они одинаковые, кот с кошкой, это только... кошка. У кошки вот чуть-чуть. Вот. Да, чуть-чуть у нее пятнышки. Пятнышки, он дерутся. Да что такое? Ой, все.
А девочка такая милашная. Чего? Такой грудь. Чего такая грудь, котик? Ой, не котик, а кошечек. Это балдеет лежит. Смотрите, какие милашные вообще. На волне. Ласковая девочка. А меня другую кусает. Так, мусь, не надо в камеру. Балуются. Дети балуются. Кусачи. Вот это тоже милашная девочка, посмотрите на нее. Может, кто недалеко от нас живет, да? Приезжайте, забирайте, да? Ну, конечно, не сейчас, хотя бы, чтобы им было полтора месяца. Месяц будет им 2 мая. Ну, как правило, они в месяц начинают уже пить молочко. Мы уже как опытные заводчики, да? Мы уже знаем, что в месяц все они начинают пить. Смотрите, какая милошная девочка. Ой, к мамке, посмотрите. Ну, это же чудо какое-то, а? Ай, умницы такие, да? А сейчас Байкал, Джессика придет, вот будет. Но они в шоке будут, что они здесь. Обычно они же в спальне, как я сказала. Закрытые. Да, они как бы закрытые, мы не дюж позволяем им. Вот девочки играют. Мальчики ест. Правильно, не надо теряться. А зачем мне это? Что такое? Если я могу поесть. Да. Мужик ест, как правило. Посмотрите, какая у нее расцветочка красивая. Краска? Да, красивая девочка. Вроде обычные расцветки, но все равно. Ну, все равно каждый раз разные. Да. У них мордашка более круглая, не как у обычных кошек, да, котят более вытянутые. Мамка у них тоже. Муся, покажись. Тоже у нее как бы не длинная мордаха. Да. Сейчас она, конечно, не очень хорошо выглядит, так как она кормит деток. Да. А так она вообще шелковистая, такая черная кошечка, черно с белым. Блестящая такая, у нее шерсть постоянная. Вот летом, когда под солнцем она ходит. Да, она очень красивая. У нее очень красивая шерсть. Все, пошла, пошла, сейчас. Пошла, пошла. Как она? Ой, кто тут? Эй, куда, куда, куда? Ну, Маш, ну она же не будет. Ой, ой. Ой, своим хвостом. Ой, кто тут? Джесси. А? Кто? Кто? Еду мою не ели. Ой, ой, ой. Да что, и я тебя люблю. Да, после улицы скажи, пришла. Эмоции переполняю. Привет. Хвостом своим. Байкушенька. Ой, Байкуша, посмотри, кто. Ой. Так. Джесси не дает ему трогать. Пожалуйста. Тише, тише. Вот они. Байкуша нельзя Байко! Трогать так. Ты что это такое? Куда? В рот. Берем. Куда? Котятки, да? Джесси молодец. Джесси любит их нянчить. Ой, посторонний пошел. Няньки. Куда ж ты по ним, а? Ой-ой-ой. Маш, нет, она видит, куда идет. Как по мне прошлась, прям видит. Вот она, нянька. Она их постоянно нюхает. Она им не подлизывает, там и умывает их. Байкушенька, конечно, не очень пока соображает. Байкуша, не надо их есть. Уйди, иди. Так, все, хватит драться. Нянчи. Ты куда залопал? Такая нюхать надо. У Джессики реакция хорошая на котят. Байкуша пока не особо понимает. Ну, Джессика молодец. Вот она с улицы пришла попить. Ну, хочет. Тихо. Детки, да, Джесс? Чужие детки. Ну что ты нам свою вставляешь? Пятную. Маш, ну дай. Что она? Ну, без разницы.
Нюхает, скажи, что это тут? Кто лежал, да? Байкушенька, целовать. Целовать, Байкушенька. Куда? Уйди отсюда. Нравится, да, Джессичка? Так, Байкуш ушел. Вот она Байкуша не дает. Видите, чтобы он подходил? Байкуша нет, у тебя пока ненормальная реакция. Ты плохая папаша. Плохая папаша. Джесси норовит к ним залезть. Джессичка. Ей нравятся они. Она прям мамка натуральная. Байкуш пока лопушок у нас. Байкуш. Целует Машу. Байкуш. Джессичка. Ты лежишь, да?